Где-то в космосе летит голубой метеорит. Ты идешь, а он летит. Ты бежишь, а он летит. Ты упал, но все летит. В космосе метеорит. А что это было такое, не знаете? Авария. Ой, да, точно. Что это такое? Чебаркуль, наверное, балуется опять. Да, вот она пролетела вот. Я про ней только на излете увидал. А там, говорит, вообще было вообще страшно. Такой свет, такая скорость. Наконец он увиделся, туда упал. Так это звук только что ли дошел после. Ну, видать, сорвалось. После пролета. Непонятно. Была такая ярчайшая вспышка. И исчезла. И вот туда дальше. Ой. Охренеть. Где-то упал. Слышишь? Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид. Выходи там, покажи. Выходи назад, да. Это звуковая волна, астероид. Реально. Начинаю запись. Подожди, как куда-нибудь дозвонись, а? Тут, короче, мама кипишит, похоже, шок у нее так. Да, шок. У нее шок. Хорошо меня не было, я только звон стекол слышала. Я выскочила из спальни. Вот меня спас просто Бог. Это действительно. Вот так ее бы стеклами засыпало. А может, и убило бы. Да? Ни у одного из операторов. Билайн, МТС, Теле2 проверяли. Городской отключен. Так, 20 минут. Я посмотрел снаружи. Разбитых окон вот таким же способом 2, даже 3. 2 с этой стороны, куда удар пришел. Так. Репродуктор говорит: в тайгу упал метеорит. Весь мир взволнован, мир шумит. В тайгу упал метеорит.